Как-то во время одного из путешествий по Греции мы случайно попали в магазин храма Аполлона, в котором продавались хорошие реплики древнегреческой скульптуры и более поздних времен, древнегреческой керамики и много всякой всячины. В настоящее время этот магазин, скорее всего, не существует, потому что в Греции выдана единственная лицензия на изготовление подобных копий, и они продаются исключительно в археологических музеях Древней Греции. Правда, правительство обещает, что скоро можно будет делать покупки онлайн, но пока эта практика не введена. Скульптурные изображения отличаются тем, что имеют множество ракурсов и вариантов освещения, и поэтому скульптура всегда живет. Древнегреческая классика через точную гармоничную передачу человеческой телесности отражает состояние души человека, нюансы которого зависят от зрителя. У меня есть несбыточная мечта создать частный музей реплик древнегреческой скульптуры, так, чтобы они размещались в осознанном интерьере древнегреческого храма. Но это очень дорогое удовольствие, потому что копия одной крупной древнегреческой скульптуры стоит по нашим временам примерно 350-500 тысяч рублей. Плюс стоимость самого здания, имитирующего храм, в общем и целом выливается примерно в сумму не меньше, никак не меньше 20 миллионов рублей, даже если экспонатов будет очень немного. Поэтому мечта реализована не будет, и остается наслаждаться древнегреческой скульптурой либо по фотографиям и видео, либо в редких случаях, когда это возможно, посещая Музей изобразительных искусств имени Пушкина в Москве и Эрмитаж в Санкт-Петербурге.